Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 11, урок 1. ИА испек на свой день рождения 46 пирожков. 3/23 всех пирожков он съел сам, а остальные разложил поровну на 4 тарелки. Сколько пирожков на каждой тарелке? Сначала мы узнаем, сколько же это пирожков составляют 3/23. То есть мы найдем часть от числа. Для этого мы данное число разделим на знаменатель и умножим на числитель. То есть 46 разделим на 23 и умножим на 3. Получается 6. 6 пирожков ослик съел сам. Так как всего пирожков было 46, а 6 он съел, то 40 пирожков осталось. Мы от 46 отнимаем 6. Получаем остаток 40 пирожков. А теперь этот остаток мы разложим на тарелки. Нам нужно узнать, сколько же тарелок нам потребуется. Сколько же пирожков будет лежать на одной тарелке, если таких тарелок 4. Мы 40 разделим на 10 и узнаем, что нам на одну тарелку нужно положить 10 пирожков. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.